Возможно, они заражались меньше, чем можно было бы ожидать, ведь многие приходили, уходили и оставались здоровы, хотя ничего чудесного в том не было. Это очень ободрило лондонскую бедноту. Она оказалась бы в совсем отчаянном положении, если бы люди, привозившие продукты на рынок, не ухитрялись бы избегнуть заразы. Во всяком случае, избегнуть в большей степени, чем можно было бы ожидать. Однако теперь наши новоселы стали не на шутку тревожиться, ведь города вокруг них были сильно заражены, и им стало боязно выходить за нужными вещами, а это очень стесняло. У них не осталось почти ничего, помимо того, чем снабжал их сердобольный джентльмен. Но, к счастью, случилось так, что другие окрестные помещики, которые ничего не посылали им раньше, теперь, прослышав о них, стали помогать. Один прислал свинью, откормленную на убой, другой – двух овец, а третий – теленка. Короче, мяса им хватало, а иногда у них бывали сыр, молоко и прочее. Хуже всего было с хлебом, потому что, хотя джентльмен и прислал им пшеницу, им негде было молоть ее и печь из нее хлеб. Так что два первых бушеля им пришлось съесть, подобно древним израильтянам, в слегка поджаренных зернах, а не измолоть и выпечь хлеба. Наконец они нашли способ отнести зерно на ветряную мельницу около Вудфорда. Там его смололи, а потом пекарь Джон так хорошо и сильно протопил очаг, что стало возможно выпекать в нем вполне приличные лепешки. И вот они стали жить без какой-либо помощи из городов. И правильно сделали, так как в скорости вся округа была заражена, и говорили, что около 120 человек уже умерло в ближайших деревнях. Они снова собрались на совет, однако теперь уже горожане не боялись, что они расположатся неподалеку от них. Наоборот, кое-кто из самых бедных покинули дома и построили в лесу хижины, подобно нашим путешественникам. Однако было замечено, что болезнь уже проникла в некоторые из этих хижин или палаток. Причиной тому, очевидно, было вовсе не то, что они расположились под открытым небом, а скорее, что они вовремя не расположились там, то есть прежде чем, свободно общаясь с соседями, заразились от них. Теперь же они повсюду тащили за собой заразу. А кроме того, они были недостаточно осторожны уже после того, как благополучно перебрались в лес. Заходили в город, общались с зараженными людьми. Но как бы там ни было, когда наши путешественники поняли, что чума добралась не только до городов, но и до палаток и хижин в лесу, неподалеку от них, они стали не просто бояться, но и думать о переезде, так как остаться здесь стало опасно для жизни. Неудивительно, что они с величайшим огорчением думали о необходимости покинуть место, где их так хорошо приняли, где отнеслись к ним с таким состраданием, благожелательством. Но опасение и страх за собственные жизни, которые им пока удалось сохранить, пересилили, и им не оставалось другого выхода. Джон, однако, и тут придумал, что делать в их новом несчастье. Решил рассказать джентльмену, их главному благодетелю, о бедственном их положении и просить его совета и помощи. Добрый джентльмен поддержал их намерение покинуть это место, так как опасался, что у них позднее может не остаться пути к отступлению. Настолько заражена будет вся округа. Но вот куда им направиться, этого он и сам не знал. Наконец Джон спросил, может ли он, будучи мировым судьей, дать ему удостоверение о состоянии здоровья, чтобы они могли предъявить его другим должностным лицам, с которыми им придется столкнуться. Джентльмен сказал, что какова бы ни была их дальнейшая судьба, в настоящее время нет оснований отказывать им в этой просьбе,
так как они давным-давно покинули Лондон. Его благородие обещал это исполнить и действительно дал им удостоверение о здоровье, с которым они могли идти куда пожелают. В этом весьма подробном удостоверении о состоянии здоровья было сказано, что они жили в такой-то деревне, графстве Эссекс, что в течение более 40 дней были отрезаны от всякого общения с внешним миром, после чего были тщательно осмотрены и обследованы и не обнаружили никаких признаков болезни. На этом основании они признаны, безусловно, здоровыми и могут пребывать, где им будет угодно, так как они покинули место своего последнего пребывания из страха заразиться чумою, которая уже приближалась к этому месту, а не потому, что заметили признаки заразы у себя или своих знакомых. С этим удостоверением они и двинулись в путь, хотя и с большой неохотой. И так как Джон не собирался уходить особо далеко от дома, они направились к болотам по ту сторону Уэлтма. Но тут им повстречался человек, который смотрел за плотиной на реке, поднимая воду для барж, которые сновали по ней взад и вперед. Он напугал их жуткими рассказами о болезни, которая распространилась по всем городам вдоль реки, неподалеку от нее, со стороны Мидлекса и именно в Олд-Кроссе, Энфилде и остальных городах на пути, так что они побоялись идти в том направлении. Хотя, похоже, человек этот их надул, и в действительности все обстояло иначе. Однако в тот момент все это их напугало, и они решили двигаться через лес к Ромфорду и Брентвуду. Но им стало известно, что туда бежало множество жителей Лондона, которые расположились неподалеку от Ромфорда в лесу под названием Хеннет Форест. Эти люди, лишенные средств к существованию и крова над головой, не только терпели страшные лишения в лесах и полях ввиду полного отсутствия помощи, но и доведенные до отчаяния этим бедствием, стали разбойничать, грабить, воровать, убивать скот и тому подобное. Другие же, смастерив себе хижины, шалаши вдоль дороги, просили милостыню. Причем не столько даже просили, сколько вымогали ее. Так что в округе все пребывали в сильном недовольстве и кое-кого даже вынуждены были арестовать. Это сразу же подсказало нашим путешественникам, что едва ли следует рассчитывать там на ту доброту и милосердие, какие они нашли здесь. Кроме того, их будут расспрашивать, откуда они пришли, и они рискуют стать жертвами нападения таких же беженцев, какими сами являются. Приняв во внимание все эти соображения, Джон, их капитан, отправился к доброму джентльмену, их другу и благодетелю, который раньше неизменно помогал им. Правдиво рассказав ему об их положении, Джон смиренно просил совета, и тот посоветовал им вновь занять старое жилище или перебраться немного подальше от дороги, вглубь леса, и указал подходящее место. А так как им нужен был настоящий дом, а не хижина, чтобы укрыться от холодов в это время года, уже приближался Михайлов день. Они нашли старый заброшенный дом, прежде чей-то коттедж, теперь же совершенно обветшавший и едва ли пригодный для житья. И фермер, на чьей территории дом находился, разрешил им использовать его, как они пожелают. Изобретательный плотник с помощью остальных принялся за работу. И через несколько дней в доме стало возможным укрыться от холода и непогоды. Там были камин, очаг, хотя и полуразрушенные. Они починили их и сделали еще кое-какие усовершенствования. Пристройки с односкатыми крышами с обеих сторон. Так что дом стал достаточно просторным, чтобы вместить всех. Больше всего нужны были доски для оконных рам, полов, дверей и прочего. Но, так как джентльмен, о котором уже говорилось, благоволил к ним,
Да и вся округа с ними примирилась, а главное, так как теперь было известно, что все они совершенно здоровы, то все и помогали им, как могли. Здесь они и устроились насовсем, решив никуда более не переезжать. Они видели, с какой тревогой и подозрительностью встречали всех, бежавших из Лондона. Было очевидно, что они лишь с неимоверным трудом смогут где-нибудь устроиться и, уж во всяком случае, никогда не найдут такого дружеского приема и помощи, как в этом месте. Однако, несмотря на огромную помощь и поддержку, приходилось им нелегко. В октябре-ноябре погода стала сырая и холодная, а они были непривычны к таким невзгодам. Так что многие подхватили простуду, однако чумой никто из них так и не заразился. И вот в начале декабря они вернулись обратно в Лондон. Я рассказал эту историю так подробно, чтобы можно было вообразить, какое огромное количество людей сразу же появилось в столице, как только болезнь стала утихать. Ведь, как я уже говорил, множество из тех, кто имел пристанище или друзей в сельской местности, воспользовались этим. А когда зараза распространилась самым страшным образом, люди, даже не имевшие никакого пристанища вне города, разбежались по всем уголкам страны в поисках крова. Причем равно как те, кто имели деньги, так и те, кто их не имел. Первые обычно уходили дальше, так как располагали средствами к существованию. Те же, у кого карман был пуст, испытали, как я уже говорил, большие лишения. Подчас нужда заставляла их удовлетворять собственные потребности за счет местных жителей. В результате в провинции косо смотрели на пришельцев, а иногда брали их под стражу. Но и тогда местные жители не знали, что с ними делать, так как им вовсе не хотелось никого наказывать, но их частенько гнали из одного места в другое, пока не вынуждали вернуться обратно в Лондон. Узнав историю Джона и его брата, я начал расспрашивать и обнаружил, что масса горемык, таких же несчастных, как они, бежали в провинцию. Многие из них находили какие-нибудь навесы, амбары, сараи, где и располагались на жилье. Если местные жители по доброте своей это им разрешали, конечно, особо же, если удавалось дать удовлетворительные объяснения. А главное, заверить, что они покинули Лондон не слишком поздно. Но чаще всего приходилось строить себе шалаши, хижины, прямо среди полей, лесов или жить отшельниками в ямах и пещерах, в любом месте, какое смогли найти. Люди терпели страшные лишения, так что многим пришлось вернуться в Лондон, несмотря на опасность заразы. Поэтому шалаши часто оставались пустыми, а местные жители, считая, что их обитатели, скончавшись уж от чумы, лежат там мертвыми, долгое время боялись даже приближаться к ним. Могло и правда случиться, что несчастные скитальцы умирали одни-одинешеньки, просто из-за отсутствия помощи. В одной хижине нашли мертвого мужчину, и на воротах изгороди, как раз рядом с хижиной, были вырезаны ножом неровные буквы, по которым можно было предположить, что остальные ушли или что один умер первым, а другой похоронил его как умел. О горе! Мы оба погибнем! Беда, беда! Я уже рассказывал о том, что я обнаружил на реке, там, где живут люди, чья профессия связана с морем, о кораблях, стоящих на рейде, как говорится, редком, кормой к корме. Итак, от заводи вниз по реке сколько видит глаз. Мне говорили, что они стоят так до самого Грейвестенда, а то и ниже, везде, куда могут безопасно зайти. Я имею в виду ветер и погоду, и никогда я не слышал, чтобы чума пробиралась к ним на борт.
за исключением тех, что стояли в заводе или выше Бетфорд-Рича, хотя люди с ним частенько сходили на берег в местные городки, деревушки и отдельные фермы, чтобы закупать свежие провизии, птицы, свинины, говядины и прочего. Я обнаружил также, что лодочники находили способ пробираться выше моста вверх по реке, насколько возможно, и что многие возили с собой в лодках семьи, укрывая их под навесом, а снизу подкладывая солому. Они так и стояли вдоль болотистых берегов. Иногда семьи на день сходили на сушу и разбивали из парусов небольшие палатки. На ночь же вновь возвращались в лодки. Мне говорили, что берега реки были просто усеяны лодками с людьми, если только им удавалось найти пропитание в сельской местности. И что местные жители и дворяне, и простой люд были очень доброжелательны к ним. Помогали как могли, но ни в коем случае не хотели, чтобы те заходили к ним в города и в дома, за что их нельзя осуждать. Мне рассказывали про одного горожанина, перенесшего страшное испытание. Жена и все дети его погибли. Остался он один с двумя слугами и пожилой женщиной, близкой родственницей, которая самоотверженно ухаживала за его семьей, пока те болели. Безутешный этот бедняга пошел в деревню, которая находилась рядом, еще не значилось сводки смертности. Нашел там пустующий дом и с разрешения его владельца снял его. Несколько дней спустя он нанял телегу, нагрузил ее своими пожитками и отправил все к новому дому. Жители деревни не пропускали сначала телегу, но люди, везшие вещи, частично уговорами, частично силой, проложили себе путь по улицам вплоть до самых дверей дома. Там, однако, им воспротивился констебль, не разрешивший внести вещи в дом. Человек распорядился разгружать и отпустить телегу, а вещи сложить у дверей, после чего его потащили к мировому судье, то есть велели ему идти, и он сам пошел. Судья приказал снова нанять телегу, чтобы увезти вещи прочь. Однако хозяин вещей отказался. Тогда судья велел констеблю разыскать возчиков с телегою, привезти их обратно и потребовать, чтобы те вновь погрузили пожитки и увезти прочь, либо сложили все в кучу до дальнейших распоряжений. Если же возчиков не удастся разыскать, или же хозяин откажется забрать свои вещи, то их следует крючьями оттащить от дверей дома и сжечь посреди улицы. После этого бедный, измученный человек увез свои пожитки с горестными причитаниями и жалобами на свою злую судьбу. Но выхода не было. Самосохранение заставляло людей идти на такие жестокости, на какие они никогда не решились бы при других обстоятельствах. Умер ли или остался в живых этот бедняга, не могу сказать. Поговаривали, что он и сам к этому времени уже заразился чумой, но, возможно, люди утверждали это, чтобы оправдать свое поведение. Однако весьма вероятно, что и сам он, и его пожитки были опасны, так что семья его умерла от чумы совсем незадолго до этого. Мне известно, что обитатели городков в окрестностях Лондона сильно осуждали за жестокость к тем беднягам, которые в ужасе бежали туда от заразы. Говорили, что с ними обращались крайне сурово, о чем свидетельствует только что рассказанный случай. Но должен сказать, что там, где благотворительность и помощь не были сопряжены с прямой опасностью, люди не скупились на них. Но так как в каждом городе была своя ситуация, то доведенные до отчаяния бедняги, убежавшие из Лондона, нередко нарывались на дурное обращение, а порой их просто выдворяли назад. Все это вызывало бесконечные нарекания и жалобы на провинциальные города и делало возмущение всеобщим. Однако, несмотря на эти все предосторожности,
не было ни одного города в радиусе 10 миль, который не был бы в той или иной степени заражен и где не гибли бы люди. В некоторых городах цифры погибших от чумы мне известны. Другой причиной, еще сильней, которая восстанавливала сельских жителей против горожан, особо бедняков, было то, что, как я уже говорил, заболевшие имели явную склонность намеренно заражать других. Среди докторов шли долгие споры о причинах такого поведения. Некоторые утверждали, что это присуще самой болезни и что каждый больной одержим злобой к себе подобным. Будто вредоносность болезни проявляется не только в физических признаках, но и искажает саму натуру, подобно ворожбе или дурному глазу, или подобно тому, как ведет себя взбесившаяся собака, которая до болезни была добрейшим животным, а теперь кидается и кусает любого, кто попадается ей на пути, включая и тех, кому раньше была очень привязана. Другие относили это за счет испорченности человеческой природы, будто людям невыносимо осознавать себя более несчастными, чем окружающие, и они невольно стремятся, чтобы все вокруг и все были столь же несчастны и нездоровы, как и они. Третьи говорили, что все это лишь следствие отчаяния, когда люди сами не понимают, что делают, и потому не заботятся оградить от опасности не только окружающих, но и самих себя. И действительно, если человек доведен до такого состояния, что сам себя не помнит и не заботится о собственной безопасности, стоит ли удивляться тому, что он безразличен и к безопасности окружающих? Но я хочу направить все эти ученые споры в совершенно иное русло и сразу же разрешить их, сказав, что сомневаюсь в самом исходном факте. Более того, я утверждаю, что это вовсе не соответствовало действительности, а распространялось жителями деревень, настроенными против горожан, чтобы узаконить или хотя бы оправдать те жестокости и недоброжелательства, о которых столько рассказывали и которыми возмущались обе стороны. Горожане настаивали, чтобы их приняли и дали приют в их бедственном положении. И часто, уже заразные, жаловались на жестокость и несправедливость сельских жителей, отказавших им в гостеприимстве и вынуждавших вернуться домой вместе с семьями и пожитками. А местные жители, когда на них так напирали, и лондонцы врывались к ним силой, жаловались, что заболевшие чумой не только не заботились об окружающих, но и сознательно заражали их. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. Во всяком случае тому, какими красками это расписывалось. Правда, надо сказать, что среди сельских жителей часто распространялись тревожные слухи, будто лондонцы решились прорваться к ним силой, и не только за помощью, но и чтобы разбойничать и грабить, будто зараженные свободно бегают прямо по улицам города, и никто их не останавливает, не запирают в домах и не содержат их так, чтобы заболевшие не заражали здоровых. В то время как надо отдать лондонцам справедливость, ничего подобного не было, если не считать исключительных случаев, таких, о которых я упоминал и им подобных. Наоборот, все делалось так заботливо, содержалось в таком образцовом порядке и в городе, и в его окрестностях трудами лорд-мэра, алдерменов, а в пригороде мировых судей и церковных старост, что Лондон мог бы служить для городов всего мира примером образцового управления и полного порядка, неизменно соблюдаемого даже в разгар поветрия, когда люди были в полном оцепенении от ужаса и отчаяния. Но я еще буду говорить об этом в своем месте. Однако об одном здесь все же следует упомянуть. К чести магистрата
и отнести это прежде всего за счет его осмотрительности, а именно об умеренности в большом и трудном деле запирания домов. Правда, я уже говорил, что практика запирания домов вызывала сильнейшее неудовольствие в народе. Пожалуй, можно сказать, единственное из действий властей, которое вызывало в то время неудовольствие, ведь запирать здоровых людей вместе с больными все считали ужасным, и жалобы людей, заточенных таким образом, были отчаянными. Они были прекрасно слышны на улицах, причем иногда содержали угрозы, хотя чаще взывали к состраданию. У запертых людей не было иного способа поговорить с друзьями, как через окно. И частенько своими рассказами они надрывали сердца не только знакомых, но и случайных прохожих, которые их слышали. А так как в этих жалобах они нередко упрекали сторожей за жестокость и оскорбление, то и сторожа отвечали на это достаточно дерзко, а подчас и препятствовали людям на улице разговаривать с запертыми в домах семьями. За что, а также за дурное обращение с веренными им людьми, 7-8 сторожей в разных местах города было убито. Не знаю только, можно ли это в прямом смысле назвать убийством, так как не вникал в подробности этих случаев. Действительно, сторожа находились при исполнении служебных обязанностей и делали работу, порученную им законными властями. А лишение жизни любого должностного лица во время исполнения служебных обязанностей по закону называется убийством. Но так как сторожа не получали указаний от магистрата или от своего непосредственного начальства наносить вред и оскорбления людям, веренным их попечению, не тем, кто принимал участие в судьбе заболевших, то можно сказать, что, делая это, они поступали как частные, а не как должностные лица. И, следовательно, если они навлекали на себя несчастье своим недостойным поведением, эти действия были направлены против них лично. И действительно, не знаю, заслуженно или нет, им слались проклятия. И, что бы с ними ни приключилось, никто не сочувствовал им. Все утверждали, они того заслуживают, не припомня, и чтобы кого-нибудь наказывали. Во всяком случае, наказывали достаточно строго за ущерб, нанесенный сторожу. О том, на какие ухищрения пускались люди, чтобы выбраться из запертых домов и убежать, как они обманывали сторожей или вынуждали их силой, я уже говорил и не буду долее останавливаться на этом. Но должен добавить, что магистрат значительно облегчал положение таких семей во многих отношениях, особо по части помещения больных людей, когда они были согласны в чумные бараки и подобные места, а иногда в разрешении здоровым членам семьи, после подтверждения, что они здоровы, перебраться в другое место при условии, что они сами запрутся там на определенный срок, назначенный властями. Магистрат проявлял большую заботу и о снабжении этих несчастных зараженных семей. Я имею в виду снабжение их всем необходимым. Будь то пища, лекарства. Причем власти не удовлетворялись тем, что отдавали соответствующие приказания подчиненным. Но олдермен собственной персоной верхом на лошади регулярно подъезжал к таким домам и спрашивал их обитателей через окно, хорошо ли за ними ухаживают, не нуждаются ли они в чем-либо необходимом, выполняют ли их поручения сторожа и приносят ли они им то, что те просят. И если ответ был положительный, все было в порядке. И если же поступали жалобы на плохое снабжение, на пренебрежение сторожей к своим обязанностям, на грубое обращение, они, я имею в виду сторожей, тут же увольнялись, и другие становились на их место.
Конечно, жалобы могли оказаться несправедливыми, и если у сторожа имелись доводы, убеждавшие магистрат, что он был прав, и люди облыжно обвинили его, он оставался на своем посту, а обвинившие его получали внушение. Но разбирательство в такого рода делах было затруднительно, так как непросто было переговариваться с запертыми людьми через окно. Поэтому магистрат обычно вставал на сторону запертых и заменял сторожа, так как при этом наносилось меньше вреда и проистекало меньше дурных последствий. Видя, что сторож обвинен облыжно, магистрат тут же устраивал его в другое подобное место. Если же наносился вред семье, то его ничем нельзя было возместить, урон был непоправим, так как речь шла о жизни и смерти. Помимо случаев побегов, о которых я уже рассказывал, самые разные недоразумения возникали между сторожем и теми беднягами, кого он караулил. Иногда сторож уходил со своего поста, иногда он был пьян, иногда спал крепким сном, когда был нужен людям. Все эти случаи строго наказывались, как они того и заслуживали. Но чтобы в конце концов не делалось в подобных случаях, практика запирания домов и содержания под одной крышей больных и здоровых имела огромные неудобства. И зачастую последствия ее были трагичны, о чем стоило бы рассказать подробнее. Будь здесь достаточно места, но она предписывалась законом и преследовала целью в основном общественное благополучие, а весь урон для частных лиц при проведении ее и в жизнь должен был окупаться общественным благом. До сих пор не ясно, дало ли это что-нибудь по части противодействия заразе. Я, по правде сказать, не могу ответить тут положительно. Ведь невозможно и представить себе большего разгула болезни, когда она достигла наивысшей точки, хотя зараженные дома запирались. Насколько это было возможно, неукоснительно, разумеется, если бы все заразные были заперты, то здоровые люди не могли бы от них заболеть, так как не смогли бы даже приблизиться к ним. Но дело было вот в чем. Здесь я лишь упомяну об этом вскользь. Болезнь распространялась невольно теми людьми, которые внешне не казались заразными и не подозревали ни о том, что они больны, не о том, где именно они подхватили заразу. Один из домов в Вайчепе заперли, потому что там заболела служанка. У нее были только пятна, а не бубоны, и она поправилась, однако обитатели дома не имели права покидать его стены, чтобы сходить за чем-либо или подышать свежим воздухом. В течение 40 дней недостаток воздуха, страх, огорчение, обида и прочие прелести, сопровождавшие это мучительное положение, вызвали лихорадку у хозяина дома, и проверяющие, вопреки утверждениям доктора, сказали, что это чума. Так что в результате проверки наблюдателей был установлен новый срок карантина. Хотя до конца прежнего оставалось лишь несколько дней. Это новое заключение, лишившая всех возможности свободно передвигаться и дышать свежим воздухом, так возмутила и огорчила семейство, что почти все члены его расхворались: у одного заболело то, у другого другое, у большинства же было цинговое недомогание, и только в одном случае сильные колики. Так им и продлевали карантин до тех пор, пока кто-то, занимавшийся проверкой состояния больных и решавший, можно ли дом наконец открыть, не занес им чуму. Так что большинство из них умерло и не от того, что чума якобы изначально была в доме, а от чумы, занесенной теми самыми людьми, которые должны были бы принимать все меры, чтобы оградить от нее население. И такие вещи случались неоднократно.
Это было одним из самых неприятных последствий запирания домов. Примерно в то же самое время приключилась одна неприятность, которая поначалу меня страшно огорчила и встревожила. Однако, как потом оказалось, она не принесла мне никакого урона. Именно алдермен Порцовского округа назначил меня одним из наблюдателей района, в котором я жил. У нас был большой приход. В нем работало не менее 18 наблюдателей. Как по закону их называли, в народе же их звали просто визитерами. Я старался всеми силами отвертеться от этого назначения. Привел все доступные доводы, чтобы убедить посланцев Адармена не назначать меня. Особо же я налегал на то, что вообще не поддерживаю идеи запирания домов и что очень жестоко заставлять меня быть орудием мер, против которых восстает мой разум, и которые, я убежден, не отвечают тем целям, ради коих они предпринимаются. Но все послабление, которого удалось мне добиться, свелось лишь к тому, что, хотя обычно на эту службу люди назначались лорд-мэром сроком на 2 месяца, мне было разрешено покинуть ее через 3 недели. Однако при условии, что к этому времени я найду какого-либо другого подходящего домохозяина, согласного отслужить за меня до конца срока. Короче, это была совсем небольшая поблажка. Так как отнюдь не просто было найти достойного человека, согласного на такую работу. Надо признать, что запирание домов имело один положительный результат. Это я и тогда понимал. А именно, удерживало заболевших в домах, тогда как в противном случае они стали бы бегать по улицам, разнося заразу. В состоянии бреда они были очень к этому склонны и стали уже так поступать в самом начале мора, пока их не решились удержать силою. Да что там, поначалу бедняки нередко ходили по домам попрошайничать, говорили, что у них чума и им нужно тряпье перевязать, болячки или еще что-нибудь в этом роде. Все, что им придет на ум в бредовом состоянии. Одна несчастная молодая женщина, жена вполне достойного горожанина, была убита, если верить рассказам, таким вот типом на Олдермейд-стрит или в ее окрестностях. Тот в сильном бреду шел по улице, распевая песни. Люди думали, что он пьян, но сам он утверждал, будто болен чумой. И, похоже, говорил правду. Встретив эту молодую женщину, он захотел поцеловать ее. Женщина страшно испугалась, приняв его за грубияна, и бросилась прочь со всех ног. Но улицы были безлюдны, и некому было обратиться за помощью. Увидев, что он ее нагоняет, она повернулась и толкнула его с такой силой, что мужчина ослабел от болезни, упал навзничь. Но, к несчастью, ему удалось схватить ее и опрокинуть вместе с собой. Потом, поднявшись первым, он облапил ее, поцеловал и, самое ужасное, сообщив, что у него чума, спросил, почему бы ей тоже не поболеть. Женщина и так уж была до смерти напугана, она к тому же была на первых месяцах беременности, но, узнав, что у него чума, вскрикнула и упала в обморок. И этот припадок, хотя она потом и пришла в себя, не прошло и нескольких дней, все же убил ее. Я так и не знал, заразилась она чумой или нет. Другой заболевший постучался в дом своих хороших знакомых. Узнав от слуги, открывшего дверь, что хозяин наверху, он поднялся по лестнице и вошел в комнату, где сидело за ужином все семейство. Они с удивлением повскакивали с мест, не понимая, что происходит, но он попросил их спокойно сидеть. Он зашел лишь проститься. «Что вы, мистер?» – спросили его. «Куда это вы собрались? Куда собрался?» «Я болен и умру завтра ночью». Легче представить себе, чем описать словами охвативший всех ужас. Женщины и хозяйские дочки, совсем еще маленькие девочки,
почти до смерти напугались. Вскочили и кинулись одна к другой двери, другая к другой. Кто вниз по лестнице, кто вверх. Наконец, собравшись все вместе, они заперлись наверху в спальнях и стали из окон вызывать о помощи. Похоже, от страха они совсем потеряли голову. Хозяин, более сдержанный, хотя тоже напуганный и возмущенный, хотел было в сердцах прибить гостя и спустить его вниз по лестнице, но потом сообразил, в каком состоянии тот находится и сколь опасно прикасаться к нему, и остался стоять как вкопанный, оцепенев от ужаса. Заболевший бедняга, не только недужный телом, но и повредившийся мозгами, тоже стоял столбом. «Ну-ну!» – совершенно спокойно произнес он. «Что это с вами со всеми? Похоже, я потревожил вас. Коли так, пойду помирать домой». Сказав это, он сразу застал спускаться по лестнице. Слуга, впустивший его, следовал теперь сзади со свечою, но побоялся обогнать его и отворить дверь. Он так и остался на лестнице и ждал, что предпримет больной. Тот подошел к двери, отпер ее, вышел на улицу и захлопнул дверь за собой. Прошло немало времени, прежде чем семья опомнилась от испуга. Но так как никаких дурных последствий не было, они, будьте уверены, еще много времени спустя вспоминали об этом случае с большим удовольствием. Больной ушел, но прошло немало времени, не менее нескольких дней, прежде чем они оправились от страха, который на них нагнал. Да и по дому они не решались ходить, пока хорошенько не прокурили всякими благовониями все комнаты, не напустили дыму от смолы, пороха, серы, каждого по отдельности, пока не перестирали всю одежду и тому подобное. Что же касается бедного джентльмена, то не припомню сейчас, умер он или остался жив. Не подлежит сомнению, что если бы при помощи запирания домов больных не ограничивали передвижение, то во время сильного жара в бреду, беспамятстве, многие из них бегали бы взад-вперед по улицам города и даже, как это в ряде случаев и бывало, нападали бы на прохожих, подобно бешеным собакам, кусающим каждого, кто попадается им на пути. Не сомневаюсь я и в том, что ежели бы какой-то заразный больной в припадке неистовства действительно укусил бы кого-либо, то тот непременно заразился бы той же болезнью со всеми соответствующими признаками хвори. Я слышал об одном заболевшем, который, не выдержав боли в бубонах, их было у него целых три, вскочил с постели в одной рубашке, надел башмаки и собирался было накинуть кафтан. Но сиделка воспротивилась этому и вырвала кафтан у него из рук. Тогда он повалил сиделку и, перешагнув через нее, побежал в одной рубашке вниз по лестнице и прямиком на улицу, к Темзе. Сиделка выбежала за ним и крикнула сторожу, чтобы тот задержал его. Но сторож, сам напуганный, не решился к нему прикоснуться и дал бедняге уйти. Тот подбежал к мосту, скинул рубаху, бросился в Темзу и, будучи хорошим пловцом, переплыл реку, где и вылез на сушу, не встретив никого из людей. Все это происходило ночью. Он довольно долго бегал нагишом по улицам, потом, когда прилив кончился, вновь кинулся в реку, вернулся к Стильярду, вылез на берег, добрался до своего дома, постучался, поднялся по лестнице и залез в постель. И этот жуткий эксперимент вылечил его от чумы. Дело в том, что резкие движения руками, ногами при плавании растянули места, где находились бубоны, и привели к тому, что те созрели и прорвались, а холодная вода уменьшила жар в крови. Остается только добавить, что я рассказывал эту, как и некоторые другие истории, не будучи их свидетелем, и не могу поручиться за их правдивость, особо в отношении того, что больной излечился после этого удивительного приключения.
что, признаюсь, мне кажется очень сомнительным. Но история эта подтверждает тот факт, что больные в состоянии бреда или, как говорится, в беспамятстве были склонны бегать по улицам, и что таких людей было бы намного больше, если бы их не удерживали в запертых домах. В этом, по-моему, заключалась едва ли не единственная польза этого сурового метода. В то же время на него была масса нареканий и жалоб. Сердце надрывалось слышать горестные крики больных, которые, пребывая в беспамятстве от боли или от высокой температуры, были заперты, а то и привязаны к кроватям или креслам, чтобы они ничего не могли над собой сотворить, и которые страшно возмущались таким к себе отношением и тем, что им не дают, как они выражались, умереть по всем правилам, как раньше. Появление заболевших на улице было очень огорчительно, и магистрат делал все от него зависящее, чтобы предотвратить подобные вещи. Но так как случалось это обычно ночью и для всех неожиданно, не всегда под рукой оказывались караульные, чтобы воспрепятствовать бегству. Но даже и днем прибывший на место караул предпочитал не связываться с больными. Так как во время подобных приступов, когда болезнь достигала наивысшей точки, они становились особо заразны, и не было ничего опаснее, чем дотрагиваться тогда до них. Обычно они бежали, сами не зная куда, пока не падали замертво, или пока, истощив свои силы, просто не падали, а умирали еще через какое-то время, полчаса, час, и, самое грустное, они всегда приходили у себя в эти последние мгновения и тогда особо горестно и проникновенно оплакивали свое положение. Все это было еще до того, как потребовали строгого соблюдения распоряжения относительно запертых домов, потому что поначалу сторожа исполняли его не столь неукоснительно, как позднее. Так продолжалось до тех пор, пока их, я хочу сказать, некоторых из сторожей не стали сурово наказывать за попустительство и небрежие своих обязанностей. Если они разрешали выходить из домов людям, веренным их попечению, неважно больным или здоровым, то когда сторожа увидели, что к ним направляют специальных чиновников, чтобы проверить их и либо заставить исполнять свои обязанности, либо сурово наказать за нерадивость, они стали строже, и людей начали караулить всерьез, что вызвало столько злобы, возмущения, что невозможно и описать. Но, надо признать, сделать это было совершенно необходимо, раз уж никакие другие меры не были своевременно приняты. Если бы это не было сделано, я говорю о строгом содержании больных под замком, Лондон превратился бы в самое чудовищное место на всем земном шаре. И, судя по тому, что мне известно, в нем умирало бы прямо на улице не меньше людей, чем в самых домах. Потому что, пока болезнь достигала наивысшей точки, человек впадал в беспамятство, бредовое состояние. А тогда его невозможно было удержать в постели, иначе бы силы никак. Многие, кто не был привязан к кроватям, выбрасывались из окон, когда видели, что через дверь выйти невозможно. В те бедственные времена, ввиду почти полного отсутствия общения между людьми, невозможно было кому-либо одному разузнать обо всех удивительных происшествиях, происходивших в разных семьях. Особо же никто не знает до сего дня, сколько людей в состоянии бреда утопились в Темзе и в речке, вытекающей из болот около Хэкни, которую обычно называют Уор-Ривер или Хэкни-Ривер. В еженедельных сводках таких людей было указано немного. Неясно было и то, утонули ли они случайно или утопились умышленно. Но могу утверждать, что только лично мне было известно больше утопившихся в тот год,
чем было указано во всех сводках вместе взятых. Ведь многие тела так и не были найдены, хотя доподлинно известно было, что люди погибли. То же самое можно сказать и о других способах самоубийства. Один человек с Уайтер-стрит или ее окрестностей сжег себя живьем прямо в постели. Одни утверждали, что сделал он это нарочно, другие, что благодаря коварству сиделки, но все сходились на том, что он был болен чумой. Не раз в то время я думал о том, что лишь по великой милости провидения не было в тот год в Сити пожаров, по крайней мере, больших пожаров. В противном случае это было бы страшным несчастьем. Ведь людям пришлось бы тогда либо не тушить их вовсе, либо собираться кучками, а то и целыми толпами, несмотря на опасность заразы, и не думать, в каких домах они входят, какие пожитки перетаскивают, с какими людьми общаются. Но получилось так, что, не считая пожара в приходе, еще двух небольших пожаров, тут непотушенных в продолжении всего года такого рода неприятностей больше не было. Рассказывали об одном доме на Свот-Элле, между Госсет-стрит, в той ее части, что ближе к Олд-стрит, и ее нашли мертвой прямо на полу, похоже, легла так, чтобы умереть перед камином. Огонь вырвался наружу и прожег дощатый пол и стропила под ним. Все вплоть до тела. Однако не тронул покойницы. Правда, на ней почти ничего не было. И сам собою затих, не повредив всего дома. Хотя это был ветхий деревянный домишко. Насколько правдива эта история, не могу сказать. Но город, на следующий год жестоко пострадавший от пожара, в тот год не испытал на себе этого бедствия. Однако, учитывая бредовое состояние больных во время агонии, о чем я уже говорил, и то, что в своем безумии они, находясь без присмотра, совершали самые отчаянные поступки, было очень странно, что никаких несчастий такого рода не произошло. Меня не раз спрашивали, но я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Как получилось, что столько больных ходило по улицам, в то время как зараженные дома так тщательно выискивались, запирались и охранялись? Признаюсь, не знаю, что на это сказать, кроме следующего. В таком огромном и многолюдном городе невозможно было сразу найти все зараженные дома или сразу запереть все такие дома. Так что многие свободно разгуливали по улицам, где хотели, прежде чем становились известны, что они из-за того-то такого заражены, их закрывали дома. Правда, как некоторые доктора говорили лорд-мэру, зараза так свирепствовала в определенные периоды, люди заболевали так часто и умирали так быстро, что невозможно, да и бессмысленно было ходить и расспрашивать, кто болен, кто здоров, или запирать их так тщательно, как это следовало бы делать. Ведь иногда почти все дома на улице были заражены, а то и все жители в этих домах. И, что еще хуже, ко времени, когда становилось известно, что дом заражен, оказывалось, что большинство находившихся в нем больных уже давным-давно вымерло, а остальные сбежали, боясь, что их запрут. Так что бессмысленно было числить такой дом зараженным и запирать его. Зараза произвела свои опустошения и ушла из дома еще до того, как стало известно, что в доме есть больные. Уже это должно было убедить любого разумного человека, что раз предотвратить распространение заразы было выше возможности магистрата, да и выше любых человеческих возможностей и ухищрений, то и практика запирания домов совершенно не помогала этой цели. Действительно, польза для общего была от нее незначительной по сравнению с тем,
грузом, который она оборачивалась для запертых, так вот, семей. И пока я, в соответствии с занимаемой должностью, был причастен к ведению этих строгостей, я не раз имел случай убедиться, что они не отвечают своей цели. Например, меня как наблюдателя или визитера попросили разузнать поподробнее о положении нескольких зараженных семей, но не успевали мы дойти до домов, где явно поселилась чума, как кто-нибудь из семейства сбегал. Магистрат возмущался, упрекал наблюдателей в нерадивости при расспросах и проверках. Но дома стояли зараженными задолго до того, как это становилось известно. Не понадобилось и много времени, ведь я выполнял это опасное поручение лишь половину положенного двухмесячного срока. Чтобы понять, что у нас нет другого способа разузнать о положении семьи, кроме как расспрашивать у дверей самих обитателей дома и их соседей. Что же касается того, чтобы войти в дом и обыскать его, то подобной мере городские власти никогда не решались подвергать население. Да и никакой горожанин не согласился бы участвовать в таком предприятии, ведь это было бы значило подвергнуть себя неминуемому заражению и смерти, да еще погубить свою семью. А кроме того, ни один честный и уважающий себя гражданин не остался бы в Лондоне, если бы знал, что может подвергнуться такому унижению. Так что точность наших сообщений зависела от ответов соседей и членов семьи. И было очевидно, что от неверных сведений не избавишься. Правда, хозяин дома был обязан в течение 2 часов давать сведения наблюдателю, если кто-нибудь из его домочадцев заболевал. Точнее, обнаруживал признаки заразной болезни. Но находилось столько предлогов избежать этого и оправдать допущенную небрежность, что редко кто давал сведения до того, как дом не покидали все те, кто хотел это сделать. Будь то здоровые или больные, и до тех пор, пока это так продолжалось, было совершенно очевидно, что запирание домов не является достаточной мерой, способной предотвратить распространение заразы. Ведь, как я уже где-то упоминал, многие уходили уже зараженными, хотя могли и не подозревать об этом. И некоторые из них ходили по улицам, пока не падали замертво. Не то чтобы болезнь внезапно поражала их, как удар пули. Зараза уже давно гнездилась у них в крови и постепенно овладевала всеми жизненными органами, пока, наконец, не добиралась до сердца. Тогда больной умирал внезапно, падая, как при обмороке или апокалиптическом ударе. Поначалу, как мне известно, даже некоторые из наших врачей полагали, что люди, умиравшие вот так прямо на улице, заболевали в тот самый момент, когда они падали замертво, будто их настигал гром небесный, подобно тем, кто погибал от удара молнии. Однако позднее они изменили свое мнение, так как, обследовав тела погибших, такой смертью они обнаружили либо проступившие бубоны, либо другие явные признаки болезни, которая угнездилась в них ранее, чем первоначально полагали врачи. Поэтому-то, как я уже говорил, мы, наблюдатели, зачастую не в состоянии были узнать, заражен ли тот или иной дом, пока не было уже слишком поздно, запирать его или, как иногда бывало, пока не умирали все оставшиеся в нем обитатели. На Петер-Лейн заразу занесли сразу в 2 соседствующих дома, и несколько человек в них заболело, но болезнь так хорошо скрывали, что наблюдатель, он был моим соседом, так ничего и не узнал о ней, пока ему не прислали записку, что люди в этих двух домах все вымерли и нужно послать туда телеги, чтобы доставить трупы на кладбище. Дело в том, что главы обеих семей, объединив усилия, устраивали так, что, завидев наблюдателя,
одновременно выходили из дома и отвечали друг за друга. То есть лгали. Да еще заставляли кого-нибудь из округи подтверждать, что они здоровы, а те, возможно, и сами пребывали в неведении. И так продолжалось до тех пор, пока смерть не сделала невозможным далее хранить тайну, и не пришлось ночью заказывать погребальные телеги к обоим домам. Так, что все, в конце концов, вышло наружу. Но когда наблюдатели приказали констеблю запереть дома, там уже не было никого, кроме троих умирающих, двое в одном доме и один в другом, и двух сиделок, которые признались, что в дом попала зараза вот уже 9-10 дней назад, что пятерых здесь уже схоронили. Все же остальные члены семьи, а семьи были большие, сбежали. Кто уже захворавший, кто здоровый, а кто неизвестно, здоровый или больной. В другом доме, в том же переулке, хозяин, когда кто-то из домочадцев заразился, не желая, чтобы дом его был заперт, скрывал это сколько мог, а потом решил сам себя запереть. Он намалевал огромный красный крест на дверях, а под ним слова «Да поможет нам Бог». И таким вот образом ввел в заблуждение наблюдателя, который решил, что это сделал констебль по распоряжению другого наблюдателя. На каждом участке их было двое. Так что хозяин мог свободно входить, выходить из дома, хоть в нем и были заразные больные, до тех пор, пока не был обнаружен обман. А тогда он бежал со здоровыми членами семейства и слугами. Так что их так и не заперли. Все это, как я уже говорил, делало весьма затруднительным, если не вовсе невозможным, остановить распространение заразы при помощи запирания домов. И могло тут помочь только одно, если бы люди перестали считать подобное запирание несчастьем, согласились бы добровольно подвергаться ему и стали бы своевременно и чистосердечно сообщать магистрат, что они те заразны, и делать это сразу же, как только сами о том узнают. Но так как ожидать этого не приходилось, и нельзя было рассчитывать, что наблюдатели будут заходить в дома и их обыскивать, то вся польза от запирания домов шла прахом, и лишь немногие из них запирались вовремя, кроме домов тех бедняков, которым не удавалось скрыть болезнь, до тех немногих хозяев, которые выражением ужаса и оцепенения сами себя выдавали. Я освободился от этой опасной службы сразу же, как только смог найти себе за небольшую сумму подходящую замену. И таким вот образом, вместо того, чтобы служить 2 месяца, как полагалось, я прослужил не более 3 недель и вовремя ушел, учитывая, что к этому времени наступил уже август, и болезнь стала особо свирепствовать в нашем конце города. Во время выполнения этой моей работы я, не скрываясь, свободно выражал свое мнение относительно запирания домов в разговорах с соседями, и мы единодушно сошлись на том, что все эти строгости, сами по себе крайне неприятные, имели еще один главный недостаток. Они не достигали своей цели и приводили лишь к тому, что, как я уже говорил, заразные люди все время ходили по улицам, и мы пришли к общему мнению, что во всех отношениях лучше было бы отделять здоровых людей от больных и оставлять с ними лишь тех, кто в таких обстоятельствах брался за ними ухаживать и соглашался быть запертым вместе с ними. Наше предложение об отделении здоровых от больных относилось только к зараженным домам. И запирать больных не значит покушаться на их свободу. Тот, кто сам не мог передвигаться, если находился в здравом уме, не стал бы возмущаться этим. Конечно, когда больные начнут бредить и впадут в беспамятство, они станут кричать, жаловаться на жестокость обращения. Но что касается удаления из этих домов здоровых людей,
мы считали это весьма разумным и справедливым. Ради их же собственного блага они должны были быть отделены от заболевших, а для безопасности остальных людей должны какое-то время прожить в уединении, дабы убедиться, что они здоровы и не заразят остальных. Мы считали, что 20-30 дней для этого вполне достаточно. И, конечно, если бы здоровым людям предоставили дома для такого полукарантина, они имели бы куда меньше оснований считать себя обиженными, чем теперь, когда их запирали в домах вместе с больными. Здесь, однако, следует заметить, когда похороны стали столь частыми, что перестали звонить в колокола, нанимать в плакальщиков, надевать траур по усопшим, как раньше, да что там, даже делать гробы для покойников. Короче, когда свирепость болезни столь возросла, дома вообще перестали запирать. Похоже, были использованы все средства, и все оказалось бесполезным. Чума распространилась сокрушительной силой, отчаялись в своих попытках остановить его. Вот и чума дошла до такого буйства, что люди сидели в оцепенении и смотрели друг на друга, подавленные отчаянием. Целые улицы казались вымершими. И не только из-за запертых домов, а просто их обитателей не осталось живых. Двери в опустелых домах были распахнуты, рамы раскачивал ветер, и некому было протянуть руку и прикрыть их. Короче, люди начали поддаваться страху, что все попытки противиться болезни тщетны, что нет надежды, и всех ждет одно только горе. И именно в этот момент величайшего всеобщего отчаяния Богу угодно было остановить уже занесенную руку и умерить ярость болезни. Притом настолько явно, что это выглядело не менее устрашающе, чем ее начало, и показало, что все вершит именно его рука, рука Всевышнего, хотя и не без участия земных посредников, о чем я еще скажу в надлежащем месте. Но все же я должен рассказать о самом разгаре чумы, об ее опустошительном буйстве, о людях, оцепеневших, как я уже говорил, в немом отчаянии. Просто невероятно, до каких крайностей доводила людей чума в самый разгар болезни. И эта часть повествования, думаю, будет не менее впечатляющей, чем остальные. Разве не потрясает человека, находящегося в здравом уме, не производит глубочайшего впечатления на душу его вид мужчины почти голого, который выскочил из дома, возможно, прямо с постели на улицу, отходящую от Херлс-Элли, довольно оживленного пересечения несколько улочек, переулков, проездов в районе мясного ряда в Уатчепе. Повторяю, разве может не потрясти вид этого бедняги, который выскочил прямо на улицу, распевающего и который и пританцовывающего со всякими шутовскими ужимками, в то время как за ним вдогонку спешат жена и пятеро-шестеро ребятишек. Те умоляют его ради всего святого вернуться домой и просят прохожих помочь им. Но тщетно никто не решается подойти, а тем более прикоснуться к нему. С горечью и сокрушением смотрел я на них из окна. Мне было прекрасно видно, что все это время бедняга просто корчился от боли. Так как у него были, это мне сказали потом, два бубона, которые никак не могли нагноиться и прорваться. Доктор, чтобы прорвать их, наложил едкие примочки на эти места, которые жгли ему кожу, как каленым железом. Не знаю, что стало с беднягой, но думаю, что он так и бегал до тех пор, пока не упал замертво. Неудивительно, что и сам внешний вид города стал устрашающим. Обычное движение людей по улицам
столь естественная для нашей части города, сильно уменьшилась. Правда, биржа не была закрыта, но ее почти не посещали. Уличных огней не зажигали. На несколько дней, когда был сильный ливень, они вообще потухли. Но дело было не только в ливне. Некоторые доктора настаивали на том, что огонь не просто бесполезен, но и опасен для здоровья. Это вызвало бурные протесты и было доведено до сведения лорд-мэра. Другие и не менее известные доктора, наоборот, говорили, что огонь усмиряет буйство болезни. Не могу привести доводы противоборствующих сторон, помню только, что они очень яростно сражались друг с другом. Одни были за огонь, только жечь нужно дерево, а не уголь, и даже определенные сорта дерева, лучше всего ель и кедр, из-за сильных испарений скипидара. Другие стояли за уголь, а не за дерево, из-за серы и битума. А третьи ни за что, ни за другое. В конце концов мэр отдал распоряжение отказаться от огня, более всего из-за того, что чума так разгулялась, что стало очевидно, никакие средства ее не берут, а скорее наоборот, заставляют свирепствовать еще пуще. Это бездействие магистрата проистекало скорее от невозможности применить какие-либо действенные меры, чем от нежелания потрудиться или взять на себя груз ответственности, потому что надо отдать властям справедливость, они не жалели ни собственных трудов, ни самих себя, но ничто не помогало, зараза бушевала. И люди были угнетены, напуганы до последней степени, до того, что, как я уже говорил, они разрешили себе предаться отчаянию.